Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о том, как пользоваться на Surface Duo PowerPoint. Иногда что-то поправить в презентации, когда ты с ней уже едешь к клиенту, оказывается практически невозможно. С мобильным PowerPoint на Surface Duo такая проблема отпадает. Давайте посмотрим, что конкретно позволяет сделать приложение. Посмотрим на примере уже готовой презентации. Открываем файл. Первое, что можно и нужно сделать, выбрать слайд, который требуется отредактировать. Нажимаем на слайд, выбираем, что нам нужно. Можно не только редактировать, но и комментировать. При нажатии на букву А с карандашом вверху экрана открывается функциональная панель. Здесь, помимо всего прочего, можно добавить новый слайд. Элементы слайда, как обычно, можно перемещать, менять их размер и так далее. Чтобы ввести текст, не забудьте сначала закрыть функциональную панель, тогда откроется клавиатура. В разделе рисования в PowerPoint есть знакомая нам по Word функция преобразования фигур. Также доступно лассо для выделения нарисованного и написанного. Можно делать необходимые заметки прямо на слайдах. Чтобы открыть режим презентации, нажмите на иконку с доской справа наверху. В этом режиме также можно делать пометки на слайдах. Чтобы скрыть слайд, нажмите перечеркнутую доску. Чтобы закрыть режим презентации, на доску с крестиком. Несмотря на то, что кому-то Duo может показаться немного странным или неудобным, по факту Microsoft сделал свои приложения максимально удобными для работы именно на двух экранах. И мы надеемся, что в будущем все больше программ обзаведутся такой функциональностью, и работа на двух экранах станет удобнее и интереснее, и еще разнообразнее. На этом наша серия видео завершается. Пожалуйста, расскажите, о каких еще приложениях вы бы хотели узнать, увидеть, как они работают на Surface Duo. Пишите в комментариях, а продукцию Surface можно купить в нашем магазине по ссылке прямо под видео. Всем пока и спасибо за внимание!